В селе Чапаевское Прикубанского района завершается строительство современного физкультурно-оздоровительного комплекса. Ход работ спортивного объекта проинспектировал первый заместитель председателя Народного собрания республики Дагир Смакуев. Репортаж Али Баташева. Общая площадь объекта 3500 квадратных метров. Спорткомплекс включает в себя универсальный зал для занятий и соревнований по мини-футболу, баскетболу, волейболу, гандболу, теннису. Здесь будут располагаться тренажерный зал и зал для занятий единоборствами. Помимо этого, в ФОКе предусмотрены комнаты для тренеров, кабинет врача, другие административные и технические помещения. Важно, что в комплексе будут созданы условия для людей с ограниченными возможностями здоровья. Строительство объекта началось в декабре 2020 года. О ходе и завершении строительных работ рассказал подрядчик Заур Джелешхов. Да, все у нас как должно быть. И с техникой проблем нет, и с людьми все работает. Ну, как говорим, я думаю, уже все, подходим к концу. Вроде бы все нормально у нас. С какими трудностями, может быть, сталкиваться? Трудности. Это поставка стройматериалов или еще? Нет, трудности бывают только, когда у нас по погодные условия только бывают трудности. А так остальное все у нас проходит нормально. Строительные работы ведутся качественно. В этом убедился первый заместитель председателя парламента Дагир Смакуев. В комиссии, осматривающий объект, представители Министерства строительства и ЖКХ Республики, депутат Народного собрания Фатима Карданова, работники дирекции капитального строительства, администрации Прикубанского района. К сроку подрядчик не смог сдать, потому что были колебания по стоимости. Это мы много раз проговаривали. Но сейчас мы видим уже готовность очень на высоком уровне. Буквально до конца года, до конца месяца этого апреля, подрядчик обещает завершить все работы, и детишки уже зайдут в этот зал, будут нормально развиваться. Я лично доволен увиденным. Я думал, чуть хуже, когда были разговоры о том, что своевременно подрядчик не торопится запускать, а сегодня практически готовность очень высокая. Объект строится в рамках партийного проекта «Детский спорт» и реализации одного из главных направлений народной программы партии «Единая Россия». Али Баташев, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия, Прикубанский район.